Ремонт медучреждения благодаря финансовой помощи из-за рубежа. В Криулянской районной больнице отремонтировали аптеку и хозяйственный блок. Средства предоставили партнеры из Швейцарии. Ранее они помогли обновить 12 отделений больницы. Пациенты довольны условиями лечения. Очень хорошо. По сравнению с тем, как было, сейчас просто замечательно. Что касается лечения врачей, то все в порядке. Больница преобразилась. Раньше условия пребывания были катастрофическими. Сейчас грех жаловаться. Нужно только поддерживать порядок. Благодаря партнерам из Швейцарии больница отремонтирована на 75%. С 2010 и по настоящее время реализовано 12 проектов. Один из подпроектов – аптека, которую мы сейчас открыли. Построили мостик, установили электрогенератор, спонсировали проект по обновлению хирургического отделения, отделений терапии и интенсивной терапии. По словам руководства района, с помощью швейцарских партнеров в следующем году будет проведен ремонт системы фильтрации воды. Благодаря этим инвестициям, в том числе средствам, выделенным Криулянским райсоветом, больница превратилась в современное медучреждение, в котором есть практически все необходимое. Швейцарские партнеры говорят, что с радостью помогают молдавским врачам и пациентам. Несколько лет назад мы посетили Криулянскую районную больницу, побывали в Республиканской больнице. В итоге остановились на Криулянах, посчитав, что это самое подходящее место для нашего проекта. Если в середине 90-х годов в Криулянской районной больнице было всего 4 отделения, то сейчас 12. Медицинскими услугами здесь пользуются более 110 тысяч жителей Криулянского и Дубасарского районов.